Здравствуйте, CNDA Defect Mix. Разбираем пиджак. Видимых дефектов я не вижу. Скини. Отсутствие пуговицы. Размер 42. Супер скини, размер 34. Видимых дефектов нет. Скини 48 размер. Небольшие полосы, разводы. Джемпер хлопок, размер М. Здесь у него идет дефект шва. Шорты 40 размер. Видимых дефектов нет. Еще одни шортики у нас 44 размер. Все строчки, пуговицы, все. Видимых дефектов нет. Еще одни черные скини, 42 размер. Видимых дефектов нет. Белые джинсы, 40 размер. Видимых дефектов я не вижу. Может быть, какие-то пятнышки попадаются. Вот небольшие абсолютно. Так, еще одни джинсы у нас. Кнопки мои все на месте. 40 размер. Хлопок, конечно же. Давай, по стулу возьмем. Видимых не вижу дефектов. Трикотажные брюки с начесом. На резинке. Не вижу дефектов видимых. Джинсы. Размер у нас 46. 46. Здесь небольшая дырочка. Небольшие потертости на ткани. А слушай, парень какой-то позвонил. Дырочка. Трикотажные брюки. Тонкие. Леггинсы. Размер XXL. Видимых повреждений, дефектов я не вижу. Резинка все целая. Сорочка хлопок, размер 42, L. Пятна. Причем положение, маечка, хлопок, единственный дефект, оторванная бирка. Больше дефектов не вижу. Брюки хлопок, размер 38. Дефектов нет. Фланелевая рубашка, конечно же. Размер L. Видимых дефектов нет. Джемпер, у которого шов разошелся.
дефектов нет у него. Джемпер размера L. Видимых дефектов я не вижу. Футболка хлопок, небольшие разводы. Все строчки в порядке. Небольшая затяжка. Все. Больше дефектов нет. Майка размера XL. Затяжка небольшая. Толстовка, хлопок, размер М. Видимых дефектов я не вижу. Джемпер, синтетика, вязаный, есть небольшие дырочки в швах, здесь, здесь, небольшие катышки. Размер, не вижу размер. Так, размер М у нас, кофта, здесь идут небольшие дырочки. Это у нас такая жилетка, хлопок. Хлопок, у нее дефект идет в пройме с обеих сторон. Тут плохо как-то прошито, какие-то швы непонятные. И она немножко такая вот, в каких-то опилках, не знаю. Верх от мужской пижамы. Большого размера, 3XL. Фланель, такая натуральная. Видимых дефектов нет. Платье. Вискоза. Очень легкая. Талия на резинке. Асимметричный на нее подол. Видимых дефектов нет. А, нет, вот. Вот, порванная пройма. Футболка, немножко рукав 3/4 у нее, размер XL, это хлопок. Видимых дефектов я не наблюдаю. Еще одна футболка, завязками снизу. Это вискоза, размер L, видимых дефектов нет. Так, кофта, трикотаж вязаный. Здесь дефект идет на воротнике. Очень грубо сделан шов. И
Еще дефект у него вот в резинке снизу. Небольшая дырочка. Рубашка. 170 ростовка. Вискоза. Видимых дефектов я не вижу. Джеггинсы 46 размера. Видимых дефектов нет. Скини 42 размера. Небольшие разводы. Видимых дефектов тоже я не вижу. Футболка XS, хлопок. Небольшие медленные пятнышки. Не вижу видимых дефектов. Еще одни джеггинсы, размер поменьше, 38 размер. Видимых дефектов тоже не наблюдаю. Футболка хлопок. Размер S. Здесь пятна идут вот. Кофта вискоза, размер XL. У нее дефект. Платье лен, хлопковый подклад. Здесь пятна небольшие и отсутствие пуговицы. Размер маленький. Жакет, хлопок. Здесь идут небольшие потертости. Пуговицы на месте. Это платье, прошу прощения. Это платье. У нее большие потертости. Все. Больше никаких дефектов явных я не вижу. Джемпер размера L. Небольшие катышки. Больше ничего не вижу, никаких дефектов. Жилет, вязаный жилет. Присутствуют небольшие дырочки. Вот. Флисовая кофта, размер M, небольшой дефект в молнии,
плохо закрывается. И пятна. Курточка размер 34. Явных дефектов я не вижу. Жилет. У него присутствуют разводы на ткани, на капюшоне. Размер 50. Куртка папа. Размер. У нее разводы все возможные. Больше дефектов не вижу.